Всем привет! Сегодня 19 июля 2021 года. Хочу хвастануть своим абрикосом. Название не помню точно, по-моему, Триумф. Он у нас 5-й год, наверное, или 4-й, не помню точно. Покупали мы его 2- или 3-летним растением. Вот, деревцем, растением. В прошлом году сняли первые плоды. На 30 июля мы уже их все съели. Вот, в этом году созревание началось пораньше. Вот, ну и, конечно же, побольше самих плодов. Вот, показываю. Дочка сейчас поехала в дорогу, я ей собрала все самые спелые. Сейчас попробую найти, который поспелее, чтобы показать, какой он там внутри. В прошлом году были крупнее, но я думаю, что они были крупнее из-за того, что было много влаги. В этом году влаги совсем мало. У нас дождей не было уже больше месяца. Ну вот, сорвала вот такой. Сейчас я откушу, покажу, что там внутри. Какой сочный. И сладкий, очень сладкий. Так что покупайте, выращивайте свои абрикосы. В нашем климате это очень даже реально.